Терамобил, Нефтекамск, Янаульская 1А. Телефон 236-88. Правоохранители бьют тревогу. В текущем году зафиксирован рост числа правонарушений, которые связаны с реализацией, хранением или употреблением наркотических средств. Количество таких преступлений выросло примерно на 20%. Полицейские связывают это с двумя причинами. Во-первых, правоохранители стали активнее вести работу в этом направлении. И второе, это то, что и преступники усилили действия в этой сфере. В связи с этим полицейские решили обратиться за помощью к неравнодушным. Мы предполагаем обратиться ко всему населению, к активистам, к небезразличным людям, жителям нашего города, с просьбой сообщить в органы внутренних дел, значит, информацию, доступную информацию о местах реализации наркотических средств, о возможных путях доставки, а также о различных притонах, где наркозависимые лица употребляют наркотические вещества. Ситуацию усугубляет и то, что лица в состоянии наркотического опьянения могут нанести вред не только себе, но и окружающим. Так, с начала 2017 года были задержаны 14 водителей под действием наркотиков. Сложно представить, что произошло бы, если бы их вовремя не остановили. Дело в том, что лица, которые стремятся реализовать наркотики, они охотятся за большой, за наживой, скажем так, и они вовлекают все новых молодых людей, девушек в употреблении наркотиков, вот с тем, чтобы обезопасить в том числе наших детей и близких от такой проблемы, хотелось бы, чтобы все в этом приняли активное участие. Сообщить имеющуюся у вас информацию можно по телефону дежурной части 2-29-02. Причем сделать это можно не только во время проведения акции, но и позднее. Правоохранители обещают внимательно отработать каждое из поступивших обращений. Лариса Миронова, Ильшат Исламов, информационная программа «Время новостей».